Поехали. Лена, ведите репортаж. Ну что ж, я могу сказать, что вот сейчас никто пока не наступает, все примиряются друг к другу. Абсолютно, абсолютно, да. Но мне сложно судить все-таки. Наверное, я за Александра Калинкина буду. За рефери? Да. А, молодец, вы дипломат, Лена. А я буду за Кокорина. Немножко низко так наклоняет голову. Дятлов чувствует свое преимущество. Но не слишком ли рано? Не слишком ли рано он опускает руки? Вот, начинаются эти американские шутки. Дескать, ну-ка попади, дергает соперника. Так, сяк, ну я тебя сейчас сделаю. Попробуй только откройся. Ну ударь меня, ударь, я тебя навстречу. Дятлов начинает атаку сам. Нет, не бьет. Очень хочется красивой игры, а не в ладушки. Как подождите, это разведка. Подождите, это разведка боем. Это только первый раунд. Первый раунд, полторы минуты. Они оба приехали из Питера. Обоим трудно, потому что они только-только с дороги. Иван Кокорин снимался накануне весь день, тяжелые съемки фильма. Закончились поздно ночью, а утром он уже сел в самолет и полетел в Москву. Вот так вот. Дятлов контролирует ситуацию на ринге. Он занял центр ринга. Дергает соперника левой рукой. Правой пока не включал. Если включит, может быть плохо. Очень прилично бьет правый Евгений Дятлов. Кокорин ищет какие-то подходы к сопернику. Выходите, нет, они идут в бой по-настоящему. Опять характерная такая сутулая стойка Кокорина. И Дятлов. Ай, как это было красиво. Дергает левой с дистанции, левый джеб, левый правый. Аккуратно, аккуратно. Одной левой фехтует Дятлов. Но еще ничего не ясно. Ведь в боксе, напоминаю, олимпийская система. Проигравший выбывает в любительском боксе. Здесь нет, здесь каждый встретится с каждым, каждый проведет по 7 боев. Ну или тех, кто вступил в проект позже, естественно, меньше. Но только по результатам 7 будут определены финалисты. Дятлов тихонечко напоминает Кокорину, что у него еще и правая рука у Жени, которая, не дай бог, попадет, плохо будет. Ну, вообще Дятлов, конечно, красивее себя ведет на ринге. Вот так вот, левой, правой. Кокорин бросается вперед, пропускает навстречу, не сильный удар. Опять бросается вперед. Я бы сказал, бой равный. Дятлов чуть-чуть застоялся, правый Кокорин достигает цели. Женя, головой осторожно. Осторожней головой, подсказывает Калинкин. Все правильно, лишние травмы нам здесь не нужны. Мы смотрим этот потрясающий бой вместе с Леной Темниковой, солисткой группы «Серебро». Девушкой, чей голос только что узнал весь мир на конкурсе Евровидения. Вы бы видели, как она сейчас переживает губы. Пальцы сжала в кулаки, просто почти до крови. Попадает Дятлов. Боксируй, заставь себя, Ваня, 5 секунд осталось. Стой, работай. 2 минуты. Нет, вот силы сейчас у Ивана бороться. Но у него есть характер, посмотрим. Он будет идти вперед, он должен идти вперед. Вот он идет, ой, натыкается на встречный удар. Дятлов полсекунды ревет ситуацию, бьет правый, попадает. Слушай команду. Команду слушай. Головой осторожно, низко идет. Бах! Вы все слышали замечание рефери. Ваня готовит атаку, но не знает, как ее начать. Дятлов левый, 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 потом тихонечко правый. Дергает влево-вправо, влево-вправо. Видите, как боксирует Евгений Дятлов? Он очень хорош. Он набирает, набирает с каждым боем. Бах! Ваня Кокорин всеобщий любимец. Он как улыбнется, ну все расплываются в улыбке вокруг. Но здесь одной улыбкой не победить. Минута до конца. Мне так жаль, что же не ранится-то? У них съемки фильмов. Это нет, нет, нет. Это не удар, но это толчок. Это толчок. Они не ранятся. Они не ранятся. Посмотрите, как чисто. Ни рассечения, ничего. Но это же бокс. Кокорин бьет дистанции, попадает. Опять во второй раз промахивается. Опять бросается. Слишком безрассудно бросается вперед Кокорин. Дятлов ныряет под руку. Опять левый. Ваня устал. Бессонная ночь. Тяжелые съемки вчера. Он пропускает удар. Держись, Ваня. Последние секунды боя. Последние 10 секунд, Кокорин. Иди вперед. Ты ничего не теряешь. Иди вперед, но не забывай о защите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вроде бы достаточно скучный бой, но сколько эмоций. В результате победитель этого боя Евгений Дятлов!